Здравствуйте. Сегодня заварю чай. Значит, на 3 чашки мне нужно чая. Вот у меня кипяток. Я вот эту вот емкость просто обдаю сначала кипятком. Воду эту солью. На 3 чашки я примерно беру 2,5 ложки сухой заварки. Так. И заливаю этот мой заварничек примерно до половины. Накрываю салфеткой на 5 минут, настаиваю. Через 5 минут полностью чайничек этот доливаю кипятком. Опять же накрываю тканевой какой-то салфеткой и буду еще настаивать 3 минуты. Через 3 минуты, когда уже чай настоялся, можно взять пресс, который идет к этому нашему кувшинчику. Несколько раз мы его продавливаем, отжимаем до конца, и наш чай уже готов. Наливаем в чашечки. Вот мы видим уже цвет какой красиво получился. Аромат тоже есть, но передать камера, к сожалению, не может. Вот такой ароматный чай, как бы правильно заваренный, у нас получился. Заваривайте, готовьте, приятного аппетита. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Всего доброго.